Есть в Красноармейском районе достопримечательности, о которых известно далеко за его пределами. Некоторые из них смело можно назвать уникальными памятниками. Жители села Новотроицкое гордятся единственной в регионе чудом сохранившейся деревянной церковью. В городе Селидово установлен первый в Донбассе памятник запорожским казакам. Есть такая достопримечательность и в селе Михайловка. И сегодня мы с вами отправимся в этот населенный пункт, чтобы вместе увидеть улицы и архитектурные памятники, которые являются свидетелями его богатого прошлого. Село Михайлівка виникло завдяки переселенцям із Молочанської колонії. Взагалі історія колонізації нашого краю німцями-переселенцями бере свій початок в 1884 році. Саме тоді сільські общини Гальпштадта і Гнаденфельда прийняли рішення придбати 12 тисяч десятин землі в Галицинівській волості Бахмутського уїзду Катеринославської губернії. Саме тоді вони придбали у місцевих поміщиків відповідно 9655 і 2344 десятини землі і заснували тут 10 поселень. Першими виникли Мемрик, Маріенорт і Карпівка. В кожному із них було по 21 двору, і кожен двір мав по 60 десятин землі. Пізніше виникають ще 7 населених пунктів: Котляревка, Олександргоф, Вальдек, Нордгейм, Ебенталь, Бандорф і Міхаельсгейм. Міхаельсгейм. В переводе с немецкого «родной двор Михаэля». Это село полухозяев, то есть на двор давали вместо 60 по 30 десятин. В 1894 году село переименовали в Михайловку. В те времена здесь были школа, шахта, паровая мельница и магазин музыкальных инструментов. Но все же жемчужиной села всегда считалась паровая мельница. Конец 19 века в менонистской историографии именуется «эрой мельниц». Тогда наилучшим пожеланием благополучия и достатка для немецкого переселенца было выражение «желаю тебе иметь мельницу». Выгодность помола муки была такой, что позволяла в течение 3-4 лет окупить все потраченные средства. Более того, паровые мельницы немецких переселенцев по технологии, по техническому оснащению и по организации производства превосходили лучшие мукомольные предприятия местных фабрикантов и помещиков. Новый тип многоэтажных промышленных зданий уже предусматривал вертикальную технологию помола высокого качества, в то время как планировка основного корпуса большинства российских и украинских предпринимателей тяготели к горизонтальной технологии производства. Промышленный переворот второй половины 19 века обусловил ломку традиционных представлений об архитектуре и выдвинул ряд новшеств, которые оказали огромное влияние на все зодчество начала 20-го столетия. Интенсивное развитие в Украине, в том числе и в Екатеринославской губернии, получили винокуренная и мукомольная промышленности. Мельница в Михайловке была построена в 1897 году. Ее владельцами были немецкие переселенцы Петр Петрович Генрих и Яков Корнелиус Андерс. Это была крупнейшая паровая мельница не только в колонии Мемрик, но и в округе. Мельница была оборудована паровой машиной мощностью в 70 лошадиных сил. В 1912 году на ней работали 19 человек. Ее производительность оценивалась в 500 тысяч пудов зерна в год. Мельница в колонии Михайловка упоминается во всех справочниках Российской империи вплоть до 1917 года. С горечью следует констатировать, что мельница в селе Михайловке, проработавшая почти 120 лет и сохранившаяся практически в первозданном виде, не имеет статуса архитектурно-исторического памятника, охраняемого государством. От былого великолепия менонитских колонитских поселков и хуторов в настоящее время практически ничего не осталось. Здание мельницы в Михайловке выполнено типичном для промышленных сооружений так называемом менонитском стиле.
Оно представляет собой прямоугольный параллелепипед в три этажа с двухскатной крышей, с фасадом, обращенным к улице. Характерными элементами фасада здания является венчающий карниз со спаренными зубчиками, арочное обрамление оконных проемов, причем большие арки объединяют спаренные окна второго этажа, а малые арки – третий и цокольный этажи. Спаренные оконные проемы разделены пилястрами. Мы хотим сохранить это здание как историческую ценность. Документы уже все на грани подписи уже находятся в Киеве. Вот. И плюс еще ко всему прочему, тоже уже идут переговоры с обладминистрацией, с отделом культуры, чтобы сохранить это здание как не только как историческую ценность, а как и привлекательность для туристов, как сделать здесь туристическую точку. От мельницы до станции «Желанная» была проложена узкоколейка протяженностью в 12 верст. Рядом с селом Михайловка находится станция «Желанная». Как и станция Гришина, станция «Желанная» возникла благодаря строительству Екатерининской железной дороги в 1881-1884 годах. Что касается наименования, то здесь нет никакой загадки. Станция унаследовала название ближайшей деревушки Прибалки Гнилая. Сейчас это село Новожеланное. Из района Михайловки отгружали каменный уголь Златопольский, Соколовский, Константиновский. Но наибольшими были объемы отгрузки хлеба. Была в Михайловке и своя шахта, известная среди краеведов как Михайловский рудник. С 1908 года рудник принадлежал товариществу Михайловских копий. За первое полугодие 1906 года на руднике было добыто 166 тысяч пудов каменного угля. За аналогичный период 1907 года 348 тысяч пудов. По сведениям 1909 года, на руднике работало 57 человек. Управляющим был Константиновский. Однако впоследствии добыча на руднике падает, и с 1910 года Михайловский рудник не упоминается в статистических отчетах Совета съезда горнопромышленников Юга России и начальника горного управления Южной России. В современном понимании рудник находился на территории села Михайловка в районе, именуемом местными Прочепиловка. Неспокойные времена для немецких колоний начались с революционных событий 1917 года. Роки революції для німецьких колоністів були складними. Багатьох колоністів було вбито, а їхню власність розграбовано і знищено. Але найтяжчими все-таки були роки громадянської війни, коли більшу частину із них було знищено, вивезено у табори, а господарства їхні перейшли в власність колгоспів. Лише декільком родинам вдалося виїхати до Німеччини. В 1930-1934 годах в німецьких колоніях були створені колхози. В начале трагического 1933-го меноніти-поселенці, як і вся Україна, пережили страшний голодомор. В 1937-39 годах по колоніям прокатилась волна репресій, коснувшаяся также і сім'ї Лікберг, которые успели подружиться с украинской семьей Пишук. В 1941 году, уезжая на Алтай, Лиза Лигберг практически завещала маме Ирины Валерьевны вещи, которые они оставили здесь навсегда. Она маме сказала: «Надя, мы, если в течение месяца мы сюда не вернемся, в Михайловку, говорит, я тебе, она водила маму и показывала эти места, вот два места эти откопаешь, там хорошая есть посуда, и заберете себе, и будете пользоваться, потому что мама, она не из бедной семьи, детей много было, они как с ними дружили, они помогали им всем, она сказала, что пойдете, говорит, и заберете, но мы не через месяц, не через два, это прошло, может быть, полгода или сколько, мы пошли через время и откопали машинку Зингер,
Кировскую. Масло взбивать, маслобойку вот эту откопали. Потом много посуды, сотейник еще там был красивый такой с крышкой немецкой. Вилки, ложки там были ихние с гербом вот эти. И кружка была большая такая, кружка белая была такая утолщенная, дно, стенки такие толстые в ней. И немецкий там герб большой. Ну, мама как память, как реликвию. Вот, собирала она ее, и она сохраняла. Были еще тарелки. Тарелка, сохранившаяся у Ирины Валерьевны от семьи Ликберг, это изделие товарищества производства фарфорово-фаянсовых изделий, которое было основано в 1889 году и просуществовало до 1917 года. Товарищество было одним из крупнейших производств в Российской империи. Возглавлял завод Матвей Сидорович Кузнецов. Филиалы завода были в селе Буды и городе Славянске Харьковской губернии. Позволить себе такую посуду могли только зажиточные люди. В 1943 году немцы хотели подорвать мельницу, но зав мельницей Фризен не дал этого сделать. Вместо нее подорвали клуб, который после войны отстраивали всем селом. Здание было большое, покрытие было, там не было раньше ни шифера, ничего. И покрытие было, знаете, чего? Деревянные вот эти вот, рубали деревья, да, делали потолок. Потолок был деревянный. Очень было весело. Духовой оркестр был. Кружки у меня работали. Топка была самостоятельно. Приходили ребята, растапливали печку, устраивали вечера, танцы. К нам приезжали с Селидова, с Родовки. Вот. Но сейчас, конечно, заглохла нива жизни. Перед оккупацией в селе Михайловка был лагерь пленных советской армии, которые были задействованы на строительстве дорог. В годы войны на территории села находился концлагерь. Здесь, в этом районе, буквально в 200 метрах отсюда. В 1970 году останки умерших пленных перенесли в братскую могилу возле школы. Здесь был воздвигнут памятник погибшим воинам. Вот этот памятник. На данный момент как бы мы за этим памятником следим, ухаживаем. Но родная земля Михайловки теряла своих лучших сыновей не только в годы Второй мировой войны. И в мирное время на далекой земле Афганистана геройски погиб Иван Бижик. В 1986 году погиб воин-интернационалист, афганец Иван Бижик. В честь него назвали улицу. А в память геройски погибшего моряка-подводника Ивана Мисько установлена мемориальная доска. Память о героине Ивана Мисько. Была названа эта школа. Школа була побудована у 1961 році. Був один корпус забудований. І в 76-78 школа добудовувалась. Добудовувався спортивний зал, їдальня. Гордилось село и своим колхозом имени Тельмана, которым более 20 лет руководила Лидия Федоровна Юрген. Именно под началом этой мудрой женщины экономика хозяйства крепла, строились фермы, склады, социальные объекты, дома, дороги. А слава специалиста колхоза гремела не только на весь район, но и область. Но время неумолимо бежит вперед, и несмотря на трудности, которые сегодня переживает вся Украина, Михайловка бережно хранит свою историю, трудится и развивается. Так у села есть свой сайт, на котором размещается подробная информация обо всем, что происходит. В селе Михайловка находится 4 магазина продуктовых, школа, в которой учатся 90 человек детей. Вот, есть медпункт. Сейчас в селе Михайловка проживает 930 человек. Населенный пункт расположен в юго-восточной части Красноармейского района на расстоянии 18 километров от райцентра. Транспортная связь с другими селами осуществляется по дорогам местного значения с выходом на автомагистраль республиканского значения Донецк-Киев. На территории села Михайловка расположено одно из крупных в районе агропредприятие ООО «Колос». Хотим в этом году добиться, решить вопрос или своими силами, или если нам поможет район, построить детскую площадку.
Вот и завершилось наше путешествие в село Михайловка. Мы еще раз убедились, что это не просто небольшой населенный пункт на карте Украины, а большая, дружная семья односельчан, которые бережно хранят и гордятся историей своей малой родины. Им есть что рассказать своим детям, и верится, что эта эстафета памяти обязательно будет передана следующим поколениям. Мені подобається Михайловка, тому що я в неї народилася, і це моя батьківщина. У неї є мої любі друзі, є моя родня, сестра, і тут є моя найкраща школа. Я її люблю, тому що тут літом красиво.